Здравствуйте, Роман Владимирович. А какая у нас сейчас операция будет? Варикоцелотомия, планирована микрохирургически по мармару. А в каком возрасте в основном обращаются к вам с этим диагнозом? Ну, вообще, самая частая диагностика варикоцеле в 16 лет. Вот, особенно в военкоматах, медкомиссиях, там чаще всего выявляют. Варикоцель можно заметить уже после полового созревания, сразу с 13-14 лет уже его выявляют. Это чаще бессимптомное заболевание, болевой синдром всего лишь у 15-25% пациентов. То есть 16-15 лет – это уже нормальный возраст, да? Это не рано? Нет, абсолютно не рано. Чем раньше мы диагностируем, тем больше примем правильную тактику ведения данного пациента. А данный диагноз может приводить к бесплодию? Да, конечно, это является основной причиной на сегодняшний день. 50% практически мужского бесплодия нужно связать с варикоцелем. В то же время не всегда. Нужно проверять спермограмму, смотреть, не всех оперируем. Показания к операции, да, это изменение спермограммы, отсутствие беременности и болевой синдром. Хорошо, дальше тогда мы уже встретимся на операционном столе. Роман Владимирович, скажите, почему нужно вовремя оперироваться? Ну, это хорошая профилактика на будущем отсутствие проблем с отцовством, прежде всего. Чем раньше она выполнена, операция, тем, как правило, более удачная в будущем по спермограмме, по возможности иметь детей. А почему вообще возникает варикоцели? Это врожденная слабость клапанного аппарата яичковых вен. Это давно доказали. Хорошо, я больше не буду мешать. Удачной операции. До свидания.